Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Мидас. Мидас – фригийский царь, о котором существует множество легенд позднего происхождения. У Мидаса был знаменитый розарий, где однажды после дионисской оргии остался пьяный Селен и рассказал Мидасу удивительную историю Атлантиды. Когда Мидас отослал Селена обратно к Дионису, Дионис по желанию Мидаса сделал так, что все, к чему бы ни прикоснулся царь, тотчас превращалось в золото. Однако золотом становилась и еда с питьем, и чтобы избавиться от волшебства, царю пришлось искупаться в источнике Пактол, который с тех пор стал золотоносным. Когда Пан и Аполлон соревновались между собой в музыкальном искусстве, Мидас отдал свое предпочтение Пану, и в отместку Аполлон наградил его ослиными ушами. О том, что у Мидаса ослиные уши, знал только его Бродобрей, который однажды, не выдержав, вырыл в земле ямку и прошептал туда свою тайну. На его несчастье, на этом месте вырос тростник и расшелестел об этой тайне по всему свету. Эту легенду передают Овидий в «Метаморфозах». Пьяный Селен в саду Мидаса – популярный сюжет в европейской живописи. Ну вот так вкратце о фригийском царе со ослиными ушами Мидасе. Пока-пока, до свидания.